Всем огромнейший привет, мои любименькие! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова я, Марлена С. И что? Мы продолжаем праздновать Новый год! Да-да! До 13 числа, будьте добры, праздник каждый день! Ребята, мне сегодня так захотелось простого, обычного куриного супчика. В общем, здесь куриный суп с лапшой. Давайте начинать. У меня слюнки текут просто бешено. Всем, кто кушает вместе со мной, приятнейшего аппетита. Поехали. Боже, как это вкусно. Как я долго этого ждала. Все не помещается в кадр. Суп поем, потом покажу. Здесь котлеты по-киевски. Оливье, который расползся. Здесь под шубой немножко. Ну а что, надо все доесть. О. Я пока тут все настраивала, суп уже остыл. Да мне чисто бульончик даже похлебать уже хорошо. Все, пить уже больше. Не-не. Я говорю, как будто я прям так пью много. Ну не умею я. С одного бокала вина меня уже уносит в дальние дали. Пандочка передает вам привет. Хорошо супчику похлебать. Я даже лапшу оставлю. А бульон выпью, потому что, ну, прям божественно, божественно. Так. Как бы поставить, чтобы вам все видно было. Вот так. Даже вот так все видать. Пью я лимонадик. Тархунчик. Под цвет кофты мне. Ой. Обожаю этот звук. Опять одна пенка. Что, попробуем? Холодненький, вкусненький. Так. Давайте начнем. Салатика. Я очень хочу селедочку под шубой. Я так красиво все украсила. Сейчас этой красоты ничего не видно. Но главное же не это, главное вкус ведь, правильно? Вкусняха. Ребят, на днях планирую сделать прямой эфирчик. Я заранее напишу об этом сообществе. Как думаете, лучше в дневное время или вечером? Мне кажется, что лучше вечером. Посидим с вами, поболтаем. Пюрешечка. Надо было кетчуп взять. А я что-то не додумалась.
Знаете, о чем с вами хотела поговорить? Я сейчас читаю книгу. Называется «Сумерки». Прикиньте. Решила вспомнить молодость. Но «Сумерки» не первая часть, а часть, которая вышла в 2020, по-моему, году. «Солнце полуночи» называется. Кто любит также вампирскую сагу о любви Эдварда и Беллы? Мне очень нравится Роберт Паттинсон как актер и как человек. Как актер, боже, я же все фильмы его смотрю. Ну, не его, а в принципе вообще. Все фильмы смотрю без перевода. Боже, как он круто делает акценты. У него родной язык британский. А я вам хочу сказать, британский английский и американский английский отличаются очень сильно. Это как русский и украинский. То есть разница очень сильная. И он делает настолько крутые диалекты. В общем, очень талантливый человек. А когда я смотрю его интервью, я понимаю, что он очень такой застенчивый, очень неуверенный в себе. Хотя он такая мировая звезда, но он сам о себе говорит, что он пошел на актерские курсы. Его отправили родители, потому что он был очень закомплексованный, очень стеснительный. И чтобы в себе это побороть, он пошел на актерские курсы в драм-кружок. Сегодня немножко посплетничаем, давайте. Так вот, он даже на интервью, он всегда над каждым вопросом он думает 1000 раз, чтобы нечаянно никого не обидеть. Каждое свое предложение он прям продумывает, чтобы быть и толерантным, и в то же время остроумным. И, кстати, он ненавидит «Сумерки». Просто лютой ненавистью ненавидит «Сумерки». Представляете? Какой парадокс. Он считает, что там очень много всего бессмысленно. Вообще не имеет никакого смысла. И это все. Это просто фантазия. Сексуальные фантазии Сьюзен Майер. И в жизни он ничего общего не имеет с этим своим героем Эдвардом Калленом. Ну блин, я вот сколько его интервью не смотрела, он такой, знаете, очень верный, такой нацеленный на семью. Я не понимаю, как Кристен Стюарт могла ему изменить. Что ей надо было? Сейчас он живет и встречается с британской моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. Они, кстати, очень похожи по характеру. Я думаю, на этот раз они уже там. Он не будет уже выпускать, поженятся они.
котлеточка. Давайте я ее прям так укушу. Меня как-то давно уже просили что-нибудь из украинской кухни. Вот. Кстати, оливье мы всегда делаем с курицей, не с колбасой. А вы? Так вот, я недорассказала. Я начала пересматривать все части «Сумерек», «Сумеречную сагу». И я понимаю, что первый фильм самый крутой. Он очень круто снят, и не было большого бюджета, но все очень профессионально. Последняя часть мне вообще не понравилась. И что я взялась перечитывать-то? Там вот это «Солнце полуночи» написано от лица самого Эдварда. Интересно же, куда он пропадал, когда они вот впервые встретились на уроке биологии. Интересно вообще, как он воспринимал всю эту ситуацию. Конечно, мне бы хотелось, как и любому, наверное, фанату «Сумерек», чтобы сняли продолжение. Но этого не будет 100%, потому что вампиры все вечно молодые, не изменяются. А если посмотреть на актеров, то они все уже сильно изменились с того времени. Вот Джейк куда-то пропал, Тейлор Лотнер. Из всех все равно наиболее популярные Кристен и Роберт. Я тут недавно еще посмотрела фильм с его участием. «Маяк» называется. Боже мой, лучше не смотрите. Я предупреждаю сразу. Это просто взрыв мозга на протяжении 2 часов. Или сколько он там идет. Кстати, кто ходил на новую «Матрицу»? Я так и не попала. Одной не хочется идти. Мои не могли со мной пойти, поэтому буду ждать, пока появится в этих в онлайн-кинотеатрах за адекватную цену. Короче, Роберт Паттинсон красавчик. Мало того, что британские и американские отличаются, так еще в самой Америке очень много акцентов, диалектов, и он их все просто на ура так копирует, как будто всю жизнь там живет. А разговаривает он, ну, по крайней мере, на интервью на этом,
когда у него берут, он всегда на таком чопорном, правильном британском английском. В общем, мне нравятся такие люди, которые, несмотря на все деньги, что у них есть, ну, даже iPhone не самой последней модели, там какой-то из старых, говорит, вообще я хочу перейти на телефоны, которые были раньше, вот эти, знаете, книжечкой защелкиваешь, так, щух, потому что он абсолютно несовременный человек. А, еще же, хотела вам рассказать рецепт его пасты. Боже мой, я не знаю, под чем он был, когда придумал этот рецепт. Короче, когда сидел на карантине, у него журнал GQ брали у него интервью. Очень вкусная котлета. Короче, задавали ему там вопросы про Бэтмена, про то, как он проводит карантин. И он сказал, что придумал гениальнейший рецепт пасты. Ой. Все. В общем, он очень любит макароны, пасту, в общем, все с этим связано. И пока сидел на карантине, говорит, подумал, а почему паста не может быть таким же блюдом, как фастфуд, как, допустим, гамбургер, да, который удобно брать в руки и есть. Вот он решил создать такую пасту, чтобы было удобно нести в руках по улице и кушать, как хот-дог или гамбургер. Ну, рецепт просто... Я сейчас вам озвучу. Вы офигеете. Короче, берется фольга. Делается из нее лодочка. На дно этой фольги высыпаются кукурузные хлопья, вот эти сухие завтраки. Ну, их немножко покрошить нужно. Сверху кладется сыр. Сверху посыпается сахар. Вы не ослышались. Сахар. Дальше. То ли томатная паста, ну, в общем, любая паста, которую вы найдете, ну, по-моему, томатная там. Сверху приготовленные в микроволновке макароны. Опять много-много сахара. И закрывает это все великолепие. Булочка от гамбургера верхняя. И на ней можно зажигалкой там выгравировать ваши эти инициалы. И все это в микроволновку или в духовку на 10 минут. Но Роб, походу, вообще не умеет готовить. Поэтому засунул фольгу в микроволновку. Угадайте, что там произошло. Ага. Искры, огонь. Чуть не спалил всю кухню. А он еще говорил, что может питаться просто как собака. Открывать все из железных банок. Допустим, открывает эти банку с тунцом железную. Наливает туда соус табаско и так прям с банки кушает. Или банку с фасолью, точно так же.
Отопить. Очень все вкусненько. Ну что, мои хорошие, вот такая вот история сегодня получилась. И поболтали, и покушали. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет очень приятно, ну а вам не сложно. Все, увидимся в следующих видео. Люблю вас, целую. Много не пейте на праздники. Всем пока-пока.